Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 14 февраля, день Трифона, назван в честь святого мученика Трифона. Еще с юных лет была на нем благодать Божия, и Господь даровал ему силу чудотворения, дабы не только из уст его младенца, но и из чудесных его дел совершить себе хвалу. В ранних христианских книгах рассказывается об исцелениях от всяких болезней, совершенных святым отроком Трифоном, об изгнании им бесов из людей, обращавшихся к нему. За борьбу с язычеством был сурово мучим, умер сам по молитве своей. В народе говорили, что наступил Трифон Мороз, Трифон Перезимник. В этот день девицы молятся о женихах, потому что все работы были сделаны, и февраль считался месяцем свадеб. И сегодня праздновали свадьбы, потому что впереди Великий пост, и тут уж было не до веселья. В связи с этим святого Трифона считали покровительницей любящих супругов и семьи ими образованной. Кстати, день влюбленных святого Валентина на Западе – аналогичный праздник. Трифон и Валентин покровительствуют влюбленным. Сегодня традиционно признаются в любви, дарят подарки, проводят совместное время. Следует упомнить и то, что Трифон защищает людей и от грызунов, мышей и прочих. Если вам в баре заводились мыши, то молились святому Трифону, и грызуны исчезали. Приметы. Погода на Трифона показывала, какой будет весна. Если тепло, то в ближайшие месяцы будет тепло. Если к вечеру небо затянуло туманными облаками, то установится хорошая погода. Если на Трифона небо звездно, то будет весна поздняя. Если на Трифона вечером небо будет ясным, а на нем много звезд, то зима будет долгой. Снег в этот день к дождевой весне. Безветренный и теплый день к ранней и теплой весне. Если влюбленные сегодня дадут клятву верности, им будут не страшны соблазны и преграды. Свадьбы, бракосочетания. Сегодня хороший знак на будущую семейную жизнь. Можем приготовить и часть не процеживать, а приготовить, как ты говоришь, обыкновенный суп для питания, да. А часть, как рекомендует брось, потому что брось подчеркивает. Да, можно употреблять, говорит, тот свежевыжатые соки, особенно морковные в борьбе там с онкологией, и другие, свекольные, и в частности суп этот, но одну особенность он подчеркивает, что опухоль вот питается нечто твердым. И чтобы вот этой твердости никакой не было, была только одна жидкость, как в свежевыжатых соках, так и в луковом супе. Mm-hmm. И он как раз вот разработал такой 42-дневный курс, в течение которого человек только, вот, допустим, так вот питается, как он сказал, луковым супом, допустим, пьет там суп еще свежевыжатый, процеженный, ну и выполняет еще ряд других мероприятий, которые бы способствовали. И одно из них, вот, как мы уже разобрали, это прощение обиды. Так, карамелизируем, да? Да. До коричневого цвета, раз. Вот она уже практически у нас подходит. Бульончик. Бульончик закипел у нас. Делаем потише. Во, вот отлично. Его, вот так, да, пускай. Кстати, у нас посуда из чугуна, она долго держит тепло и как раз способствует тому, чтобы все у нас растомилось, разварилось и пришло в нужную, я даже на единичку поставила, нужную консистенцию. Да. А я, знаете, как проверяю, если сельдерей мягкий, все, бульон готов. Хорошо. Еще что тут у нас? Там у нас морковь, сельдерей, кабачок, зелень. А что у нас с луком? Может показать, что какой был лучочек? Давайте. Да? Смотрите, лучок. Практически он уже у нас начал приобретать вот эту вот коричневую окрасочку. Да. Это говорит о том, что он уже и созрел. Так же? Да. Все, выкладываем его в наш
Супик. А, уже? О чем? А давайте, может быть, супом зальем эту, как вам кажется, а то не поместится. Зальем супом. Хорошо, давайте зальем супом. Давайте зальем супом. Это уже Танюша. Сейчас, секундочку. Вносит. Прекрасно. Берем и потихонечку заливаем. Так. Да. Прихваточки. И поехали. Все. Давай, 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 давай. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Вот так вот. Давай. Сколько необходимо наш луковый суп, когда мы уже все смешали, все компоненты, томить? Томить надо, ну, как только чувствуете, лук стал у вас готовый, а до этого уже там все овощи разварились, и можете все это использовать. Дайте ему, естественно, остыть, чтобы он остыл, потом процеживаем, и этот бульончик будем пить. Очень хорошая вещь для профилактики онкологических заболеваний, для укрепления организма, особенно пожилому человеку, для того, чтобы его вот жизненная сила, пищеварительные способности и даже страсть сохранялась на хорошем уровне. Лук что дает? Страсть? Вот, одним из компонентов. Хорошо. Все, у нас суп наш готов, сейчас мы его будем процеживать. Чем помочь? Таню все интересует, как процеживать. Ой, какая классная, горяченькая. Да, классно, горяченькая. Давайте сюда это все положим. Вот. Можно, конечно, было бы взять там ситечко. Раз у нас ситечка нет, мы просто-напросто берем вот такой потихонечку и начинаем сливать. Вот. Да. Вот. Нормально? Австрийский. Да. Вот. Да? Вот я на этот бульончик смотрю и понимаю, почему они в классический рецепт добавляют эту гренку с сыром. Только лишь для сытости. Вот. Но так как у нас... Для лечебных свойств. Для лечебных свойств. То никаких гренок добавлять не надо. И вот посмотри, что у нас получилось. Очень у нас красиво получилось. Откуда вот. Масло? А, мы на масле же обжарили. Вот, на масле обжарили, и теперь мы с тобой обязательно попробуем. А как, может быть, в бульонные чашки? Вот, точно. Будем вот считать, эти. Что это бульонные, да? Чашки, да. Так. Точно. Наливаем. Уж давайте тогда налим здесь, чтобы в случае чего, если разольем. А. Одна чашечка. Геннадий Петрович, если бы такой мне суп давали каждый день, я бы его с удовольствием ела, не пила. Ну, прямо это можно самому сделать. Ведь все, что здесь мы делаем, мы это делаем сами. Ну, а вот если бы мы оставили лук, вреда мы бы и не нанесли? Нет. 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 Вреда никакого бы не нанесли, съели лук, это было бы даже хорошо. Но так как мы с вами используем классический рецепт Рудольфа Бройса, видите, никаких тут твердых образований нет. Мы сейчас его... Будем здоровы. Да. Все наши близкие. А, мы не солили, вот почему. И соли не надо. Вот интересный получается такой вкус. Это правда. А соли не надо. А роза упала на лапу Азура. Сельдерей тоже как хорошо слышится. Щедро добавили. Может быть, с кусочком хлебушка? Можно. Можно с кусочком хлебушка, конечно, его есть, как обычное питание. А целью лечебного, целью профилактики, и даже, знаете, можно делать на вот таком супике разгрузочные дни, вы будете оздоравливать свой организм и укреплять его. Так что делайте этот суп. Да, и пусть минует, конечно, нас эта чаша, когда мы в лечебных целях будем этот суп делать, но мы вооружены. Доброго здоровья, до новых встреч! Первые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активирует творческие способности. В организме ускоряются процессы обновления и оздоровления.
Особенно благоприятны совместные занятия по интересам. В течение этих лунных суток проявляйте высокие нравственные качества. Если вы решили сменить работу, то сделать это сейчас самое благоприятное время. Энергетика суток подавляет работу печени, поэтому в питании отдавайте предпочтение продуктам с кислым вкусом и красным цветом. Они поддерживают энергетику печени. А потребление животных жиров и белков ограничьте до минимума. Уважаемые посетители канала, для вас моя личная библиотека, авторская. По ссылке, которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами. Будете знать столько, сколько знаю я. Всего наилучшего!